Узор называется «Закрытые гребешки». Раппорт составляет 6 петель. Это значит, число петель должно быть кратно 6. Я буду напирать число петель для 2,5 раппортов, то есть 12 петель для 2 раппортов и 3 петли для половины. Получается всего 15 петель, и одну петлю мне нужно добавить в конце набора. То есть всего мне нужно набрать 16 петель. Делаю я сейчас первую петлю и набираю 16 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Цепочка из 16 воздушных петель. Теперь мне нужно сделать 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3 для высоты, так как столбики пойдут с накидами. И вот сюда, вот в эту петельку, я провязываю 2 столбика с одним накидом. 1 столбик и 2 столбика. Затем всю эту конструкцию мне нужно прикрепить через 2 воздушные петли. То есть я пропускаю 1, 2 воздушные петли и столбиком без накида делаю прикрепление. Таким образом получается половина раппорта. Далее через 2 воздушные петли на 3, то есть 1, 2 вот сюда, провязываю 4 столбика с накидами. Первый столбик, второй столбик, третий столбик и 4 столбик. И затем также через 2 петельки, 1, 2, в 3 делаю крепление с помощью столбика без накида. Получается целый раппорт, то есть вот такой вот гребешок. Здесь половинка, здесь целый. У меня остался еще один раппорт, то есть мне нужно провязать через 2 петли, 1, 2, в 3 вот сюда 4 столбика с накидами, 1, 2, три и 4. И затем также делать крепление через 2 воздушные петли. Вот у меня 2 воздушные петли осталось, и вот 1 петелька для крепления как раз. Прикрепляю с помощью столбика без накида. Таким образом у меня получается 2,5 раппорта рисунка. То есть 2 полных и половинка. Затем провязываю цепочку из 3 воздушных петель. И вот сюда, вот в этот столбик, который у меня здесь провязан без накида, провязываю 2 столбика с накидами. 1 столбик и 2 столбика. Опять у меня получилась половина раппорта. Мне нужно сделать крепление через 2 петельки, то есть через 2 столбика. Получается вот сюда я должна буду сделать крепление данной конструкции с помощью столбика без накида. То есть вот таким вот образом. Затем я провязываю вот сюда, где соединяются соседние элементы, 4 столбика с накидами. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик и 4 столбик. И также делаю крепление через 2 петли, то есть вот сюда. То, что у меня сейчас получается. Осталось связать еще один раппорт. делаю крепление присоединения столбиков в столбик без накида на соседнем ряду, то есть вот сюда. Также провязываю 4 столбика с накидами. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик и 4 столбика. Так, и сейчас мне нужно прикрепить к 3-й воздушной петле, 1, 2, 3, это вот эта петелька, с помощью столбика без накида. Получается вот такой вот рисунок. Дальше вся последовательность повторяется, то есть опять я должна набрать 3 воздушные петельки, в данный столбик связать 2 столбика с накидами, 1, 2, и сделать крепление в центр, то есть вот сюда, с помощью столбика без накида, и так далее. То есть ряды повторяются, вяжите столько, сколько вам необходимо.